Итак, уважаемые дамы и господа, мы присутствуем на подписании дорожной карты по развитию сотрудничества между мэрией города Бельцы Республики Молдова и правительством Нижегородской области. От лица правительства Нижегородской области соглашение подписывает губернатор, председатель правительства Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев. От лица мэрии города Бельцы соглашение подписывает мэр Рената Георгиевич Усатый. Пожалуйста. Как мы и договаривались, совсем недавние наши встречи, мы вместе разработали дорожную карту по целому ряду практических мероприятий, установления взаимовыгодных связей и назначили ответственных за это. Я думаю, что в ближайшее время надо переходить в практическую плоскость и уже открывать здесь представительства, торговые дома. И все хорошее, что есть у вас, чтобы было у нас, и то, что есть в наших в силах, мы обязательно сделаем в городе Бельцы. Спасибо большое. Спасибо большое. Я уверен, что, как вы и обещали, мы перешли от стратегии сегодня в рамках этого мероприятия к конкретике. И я уверен, что это серьезно повлияет на экономическое сотрудничество между северными регионами Молдовы и Нижегородской областью. И самое главное, это укрепит исторически хорошие молдавско-российские отношения. Спасибо вам большое.